Так, вільна і незалежна, гідна і свідома. Это областной центр Умань, нет? Уманьская нет, область, это Кировоградская, по-моему. Но тем не менее, большой город. Умань, автовокзал, одна из центральных площадей. Мы присмотрели здесь место для... Для бизнеса. Для бизнеса, для маркета, супермаркета. Итак? Вот. И чтобы никто не сомневался, что это именно для супермаркета. Супермаркета. Вот здесь, смотри, какой пенек. Сядь на пенек, съешь пирожок. Да. Под магазин продается. Так... И не иначе. А дыра похожа на дыру в пенсионном фонде. Ага. Миллиардов на 150, как минимум. Так это же этот погорельцы какие-то. Теперь на месте погорелой, вильной и незалежной, теперь у нас уже будет маркет. И не просто маркет, а супермаркет. Да. Так. Не снимай только номер телефона, чтобы конкуренты не успели отбить раньше срока. Ну что, поехали в Дубай перепродадим. Да. Лямчик заработаем. Все. Выгодный бизнес. Погнали.